Для проверки нам нужно 4 свечи, провода и наша катушка, которую мы будем проверять. И поехали. Нашел? И этот конец поместим на массу. Для дальнейшей проверки устанавливаем катушку на автомобиль. Делаем подключение. Ну, этот провод у нас остался, заматываем на массу. Так, будем крутить стартером. Ты компрессию не видел, да? Не. А. Давай-ка. Сейчас. Поехали. И еще. Хорошо. Вот такая нехитрая конструкция у нас получилась. Ну, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Счастливо!